Международный Redmi Note 9 Pro фактически идентичен тому, что индийские клиенты знают как Note 9 Pro Max. Это дисплей 6,67 дюйма Full HD Plus IPS, 4 задние камеры с основным шутером на 64 мегапикселя и чипсетом Snapdragon 720G. Отверстие под 16-мегапиксельную селфи-камеру у него посередине, что, на мой взгляд, смотрится лучше, чем сбоку. Глобальная модель Redmi Note 9 Pro поддерживает быструю зарядку 30 Вт, тогда как индийский вариант поддерживает только быструю зарядку на 18 Вт. Дизайн зеленого цвета слегка изменен с новой двухцветной тонировкой и немного измененным расположением камеры. Датчик отпечатков пальцев остается на правой стороне. Телефон будет предлагаться в вариациях 6 плюс 64 и 6 плюс 128 гигабайт. Он поставляется в зеленом, белом и сером цветах. Начальная цена для 6 плюс 64 гигабайта составляет $269 или примерно 20 тысяч рублей, а 6 плюс 128 гигабайт это $300, примерно 22 тысячи рублей. Продажи стартуют в конце этого месяца.